Давайте мы коротко помолимся. Благословен Ты, Господь Бог. Спасибо Тебе, Боже, за милости Твои. Мы просим о том, чтобы Ты помог нам направлять свое сердце на Слово Твое, Боже, размышлять. Благословляем Твое имя и благодарим за Твою любовь. Во имя Иешуа Мессии. Аминь. И готовясь к сегодняшнему Слову, вы знаете, я вспомнил некоторые места Писания, которые вот некоторое время уже Бог снова и снова меня возвращает к ним, размышляя о том, что там написано. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих по 30. Достаточно известное место. Очень часто, когда вы приходите где-то на евангелизационное служение, вы слышите эти слова. И написано следующее. Иешуа обращается к людям, к тому еврейскому обществу, которое было тогда вокруг, и он говорит им следующее. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что иго мое благо и бремя мое легко». Вы знаете, все годы вот я как-то представлял себе, что это слово, оно было направлено для неверующего человека. Вот я не знаю, вот я общаюсь с человеком, который не знает Господа, и я ему говорю, послушай, Бог, Он тебя конкретно призывает. Вот Он хочет, чтобы ты пришел, сбросил с себя бремя греха и так далее, и так далее. И буквально на прошлой неделе я молился, и вдруг я понял одну простую вещь. Послушайте, а бремя есть не только у людей, которые не знают Бога. Вы знаете это, да? Вдруг вот такая простая истина, оказывается, бремена есть у всех. Просто мы их по-разному называем. Да? Что такое бремя? Ну вот само по себе бремя. Бремя — это какая-то тяжесть. Это чемодан без ручки. Вы понимаете, да? Его жалко бросить, а нести его неудобно. Абсолютно. То есть это то, что беспокоит мое сердце. То, что, знаете, ты просыпаешься, у тебя голова болит. Ты идешь, и тебя оно не радует, этот мир. Тебя не радует эта жизнь. И ты верующий. Вы понимаете, в чем проблема? Если бы ты был неверующим, можно было бы списать. Ты Бога не знаешь, что, да? А здесь, получается, есть некоторое такое внутреннее состояние. И оно может выражаться по-разному. Может быть депрессией, да, может быть каким-то приступом неверия какого-то, да, или какого-то отчаяния, или такого состояния, да как оно мне все надоело, эти люди и все, вы понимаете, да, а то вообще, вот как бы оно беспокоит нас внутри. И когда я посмотрел на этот призыв с такой точки зрения, вы знаете, я понял, что это очень важно. Это очень классно понимать это место Писания. Знаете почему? Потому что здесь Иешуа обращается каждому человеку, его призыв направлен, и он говорит, приди ко мне, я тебе помогу. Люди, сегодня, сейчас, конкретно сейчас Бог обращается к каждому из нас. Вы носите в голове что-то там, оно вас беспокоит, он говорит, приди ко мне, я тебе помогу. Домашние проблемы, на работе проблемы, вы не знаете, как это все слепить в кучу, жизненные проблемы, это бремя, друзья. Нельзя сказать, что это легкость, знаете, веселое приключение с Господом, такая радостная жизнь. Нет, это то, что нас беспокоит, болезни, которые приходят, атакуют, пытаются каким-то образом что-то разрушить в нашей жизни. Это тяжело, друзья, нет работы, это тяжело, нет жилья, это тяжело, это гнетет. Не спасены родственники, это гнетет. И сегодня конкретно Иешуа обращается к нам и говорит, приди ко мне, и я успокою. И вы знаете, что очень радует, что если мы посмотрим на это место Писания, мы поймем, что мы можем прийти к Нему независимо от нашего религиозного стажа, нашей учености, от того, как мы, знаете, одеты, знаем ли мы там иврит или не знаем, там на 100% мы евреи или не евреи, абсолютно нет. Вы можете прийти к Нему вот такие, какие есть. Это хорошая новость для нас, друзья.
Это дает надежду, это дает радость. И мы понимаем, что когда мы это сделаем, в нашу жизнь придет нечто, что называется миром Божьим. Это не значит, что не будут каких-то испытаний, не будут каких-то скорбей, но наш взгляд на них будет совершенно другим. В нашем сердце будет мир. И поверьте мне, это большая разница, как ты проходишь какое-то испытание. Или тебя всего трясет, или ты в спокойствии приходишь. Да? Когда вы идете к зубному врачу, обычно люди дрожат, да? Потому что они не, есть смелые люди в русских селениях. Но вы понимаете, что тот же врач, он не может вас полечить, если вас типает и вас надо привязывать. Понимаете, да? То ли дело, когда человек адекватный, когда человек спокойный, говорит, у меня есть проблема, но я спокоен, потому что я знаю, что мы ее решим. Я спокоен, потому что внутри меня, оно не разрывает меня во все части. Мы решим это. И вы знаете, интересный такой момент, когда я начал вот смотреть, что же такое, вот он здесь говорит о том, что возьмите иго мое на себя. Вот что такое иго? Было татаро-монгольское иго, да, какое-то там и так далее, и так далее. Это слово имеет второе значение. Хомут после всего. Ярмо. Да? Что такое хомут или ярмо? Оказывается, это очень интересное приспособление. Многие из нас примерно понимают. И исторически это приспособление, оно... Нет, это вот не то, что вы показываете как раз, да. Это такой деревянный галстук для лошадей, можно так сказать. Это уже совершенный вид. Но изначально в древности лошади перевозили груз следующим образом. Фактически делалась с веревок такая, как петля. Ну вот, надевалась им на шею. И вот представьте, сколько лошадь может тянуть груза с петлей на шее? Мало, поверьте мне, мало. Позже начали понимать о том, что как бы КПД есть, ну, лошадь может что-то тянуть, но задыхается из-за этой веревки на шее. И они начали делать такую нагрудную повязку, ну, как ремень, который вот по груди шел лошади, и тогда она уже упиралась не шеей, а упиралась именно грудной клеткой, понимаете, да? Соответственно, могла упереться намного больше. И когда Иешуа говорил, в его времена было именно это приспособление. То есть известного для нас хомута, как такой деревянный круг, такой овал вернее, да, еще не изобрели на тот момент. Очень интересно, что один из исследователей, которые вот исследовали вот почему-то этот вопрос, они провели такой эксперимент. Они взяли пару лошадей и запрягли их при помощи вот этой вот веревки вокруг шеи. Ну, вот первый, так сказать, изначальный метод. Две лошади не смогли сдвинуть 500 килограмм. Две лошади. Понимаете, да? И когда подцепили хомут, тот, который вот сейчас используется, примерно, это вот где-то 100 лет назад был этот эксперимент, они смогли, одна лошадь смогла потянуть 1,5 тонны. Понимаете, да? Одно и то же вроде бы. Но когда есть определенное приспособление, КПД лошади увеличивается. И вообще исторически с изобретением хомута это, ну, дало очень серьезный рывок в сельском хозяйстве. Потому что на этих животных стали смотреть не просто как на животных, понимаете, да? То есть когда ты понимаешь, что рядом есть лошадь, которая одна может 1,5 тонны перевезти, ты уже совершенно по-другому планируешь свою сельскую жизнь. Итак, мы видим, что есть определенная тяжесть. Тяжесть, которую нам с вами приходится нести. И более того, я хочу вам сказать, что мы будем нести эту тяжесть. Нравится нам или не нравится? Тяжести будут в нашей жизни, скорби будут приходить в нашу жизнь. Но мы можем либо впрягаться во все это, и они будут душить нас, как вот эти веревки, понимаете? И мы будем смотреть на какую-то ерунду. Для лошади 500 килограмм это немного, понимаете, да?
Если одна для двоих лошадей, получается на одну 250 килограмм, это немного на самом деле. При правильном построении человек может тянуть такую повозку. Понимаете, одно дело положить груз, другое дело поставить его на колеса. Совершенно большая разница, совершенно другой подход. И я верю, что Бог, Он хочет научить нас вот этому вот правильному ношению грузов. Того, как правильно нам нужно относиться вот к таким тяжелым вещам в нашей жизни. Нужно поменять наше обмундирование. Нужно нашу экипировку поменять. Вы понимаете, друзья, да? Тогда то, что будет на нас жизнь накладывать, оно не будет нас ставить на колени. Оно не будет сламывать, забирать наши силы, забирать нашу энергию, наш внутренний потенциал. Оно не будет не сводить нас до таких, знаете, слабых пони. Оно будет нас делать сильными. Мы сможем приносить больше плода и справляться с большими вещами. Мы понимаем, что Бог знает жизнь каждого из нас. Может быть, для кого-то это новость, но, тем не менее, Бог знает конкретно вашу жизнь. Он знает, как вы сегодня проснулись. Он знает, что происходит в вашей жизни. Он знает и принимает участие в вашей жизни. Он знает, какое бремя вы на себе сейчас несете. И если вы думаете, что, если вот люди не знают, вот никто мной не интересуется, послушайте, есть тот, кто знает, тот, кто интересуется, тот, кто в курсе. И возможно, если вам тяжело, то нужно прийти все же к нему. Да? Здесь Иешуа обращается к народу и говорит, ко мне приходи, ко мне. Он не говорит, а давайте теперь сложим все бремена Израиля, разделим пополам, каждому по его части и будем носить таким образом. Вы понимаете, да? Писание говорит, что каждый понесет свое бремя, но при этом мы должны стараться носить бремена друг друга. Но каждый все равно понесет свое время. То есть где-то мы можем помочь, где-то мы можем стать вместе что-то потянуть, но при всем этом есть бремена, которые только вы будете носить. Это то, что будет в вашей жизни и то, с чем вам необходимо научиться справляться. Мы должны понимать, что Божье попечение, оно направлено на весь этот мир. Вы знаете, что сегодня проснулось очень много людей и засыпает сейчас, да, процесс весь идет. По всему миру миллиарды людей, и о каждом из них Бог являет свое попечение. Взошло солнце, где-то пошел дождь, где-то, знаете, деревья вырабатывают кислород и так далее, и так далее. Все это Божье попечение о каждом человеке. Незаслуженно, просто так, потому что Он Творец, Он сотворил, Он любит человека и высвобождает свое попечение конкретно для каждого человека на этой планете. Поэтому я хочу вам сказать так, что у человечества нет возможности, знаете, как запустить свой собственный генератор и начать заботиться о себе самим. Не получится. Каждый человек, нравится ему это или не нравится, осознает он или не осознает, он получает постоянную опеку и заботу от Господа. Бог о вас заботится. Вы скажете, ну это же естественные вещи. Послушайте, они естественные для вас только потому, что Бог их сделал естественными. Это уже проявление Его любви и Его заботы о вас конкретно. И Неемия, 9 глава, 6 стих говорит следующее. «Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И ты же живишь все сие, и небесные воинства тебе поклоняются». Ты создал все, звезды, небеса, и ты даешь жизнь этому. Бог дает жизнь всему миру. Бог заботится о всем мире, даже если этому миру, собственно говоря, наплевать на то, есть ли Бог, нет Бога, и как никак к нему не относится. Вы понимаете, да? Любовь Божья уже проявляется. Это выражение Его любви. Но Бог
не только заботится, знаете, о творении вообще. Бог заботится о человеке в частности. Он принимает соучастие, свое соучастие в жизни каждого человека. И мы понимаем, что в мире существуют такие субстанции, как там природа, да, какая-то сила этой природы, там какие-то законы и так далее, и так далее. Но Бог, Он побуждает свои создания к деятельности, побуждая их заботиться также о каждом из нас. Что я хочу сказать? Бог направляет свои процессы для заботы о нас. В частности, конкретно в какой-то стране, например, мы понимаем, что, например, есть засуха, да, но Он направляет, например, дожди туда. Есть какие-то там другие происшествия, но Бог также заботится. Он проявляет на, знаете, не просто взагали, но конкретно. Каждому народу может обратить свое внимание. Каждому какому-то к семье конкретно может. Знаете, как мы пошли там, допустим, на рыбалку, и вдруг поднялась там буря какая-то, и мы помолились, и буря прекратилась. Вроде бы естественные вещи. Но Бог использует вот эти процессы для того, чтобы конкретно в каких-то моментах нашей жизни проявить свое соучастие. Потому что мы понимаем, что на самом деле все, что сотворено Богом, оно имеет определенную цель. Каждое творение, которое есть в этом мире, оно имеет какую-то цель. Вы имеете эту цель также. И Он конкретно, тот, кто вас создал, знает, для чего именно конкретно вы были созданы. Многие люди, проходя какой-то период своей жизни, начинают себе задавать этот вопрос. Зачем я живу? Почему я живу? Знаете, да? И некоторые такие, это происходит в подростковом возрасте и в глубокой старости. Или не в очень глубокой. Когда там, знаете, мальчику или девочке 15 лет, несчастная любовь, и все написал. Я не вижу смысла в своей жизни, и поэтому я ухожу. Да, взрослые люди смеются, потому что это бред. На самом деле, тебе 15 лет, как ты мог разобраться в таких серьезных вещах? Я ухожу, прощайте, меня не поняли. Послушай, ты ничего в этой жизни еще не понял. Или взрослые люди, которые прожили уже жизнь, они оборачиваются назад и говорят, зачем это было? Я всю жизнь хотел столько денег, я хотел заработать то. К чему это все было? Ради чего я жил? Я вам хочу сказать, если вы хотите узнать, для чего вы созданы, вы должны обратиться к тому, кто вас создал. Это естественно. Это естественно. Лучше архитектора никто не знает, для чего создана та или иная часть. Если человек, например, вот он изобретает машину, и он создал какую-то деталь, для всех людей она непонятна, но для него он понимает, где она должна стоять, какие функции должна делать, и что конкретно производить, какой, знаете, может быть, она должна щелкнуть один раз за все время, но без этого щелчка все остальное не поедет. Мы не знаем. Да? И наш мир, он все больше и больше наполнен вот такими деталями. Вы сейчас откроете капот своей машины, и вы в шоке. Потому что я сам видел, как человек там чуть ли не целый день искал аккумулятор у себя в машине. Вы понимаете? Серьезно. Он понимал, что он его посадил, но он не мог его найти. И нашел там под задним сиденьем слева там где-то там. Понимаете? Да? И то потом, потому что почитал на форуме. Не все так просто. Для того, чтобы разобраться, это машина, создание человека. Но если мы говорим о людях, друзья, есть тот архитектор, который вас создал. Он знает, для чего вы живете. Он знает, какой должна быть ваша жизнь. И то, что мы, с чего мы начинали, он говорит, приди ко мне, я тебе помогу разобраться в этом. Я успокою тебя. И хоть будет это сложно, все равно по-прежнему в твоей жизни будут какие-то вещи происходить, но ты будешь это делать в мире и покое в своем сердце. Я тебя успокою. И сегодня, вы знаете, если мы поговорим с людьми просто на улице о том, ну вот насколько Бог, Он заботится о нас, мы можем услышать самые разные представления о том, ну какое участие Бог принимает вот в жизни человека.
Кто-то может сказать так, что он создал и, знаете, просто стоит в сторонке и насмехается о том, как люди там карабкаются друг по другу, пытаются жить. Кто-то говорит, ну, просто, знаете, Бог создал этот мир, и он как бы, он настроил все процессы, там, солнце, знаете, программу ему прописал, там, рекам, озерам, там, и так далее, прописал все законы, и он просто стоит в сторонке, знаете, такой администратор жизни, администратор земли, и просто там периодически вносит какие-то свои корректировки. И весь этот мир, это просто такая автоматическая система, знаете, вот он как-то работает. И я вам хочу сказать, что это не так, потому что Божье попечение, оно проявляется ежедневно. Это наподобие, знаете, как капитан, который управляет кораблем. Да, очень много процессов, да, очень много происходит, но в каждый конкретный момент он готов изменить что-то. Он готов направить. Вы помните, когда Иисус Навин сражался, он говорит, было такое одно сражение, он говорит, солнце, стой. И солнце стояло. Помните, да? По молитве простого человека все остановилось. Вот просто задумайтесь, солнце остановилось. На секундочку. Были другие подобные случаи, подобные чудеса, когда по молитве людей Бог останавливал все. Бог проявлял именно таким образом свое место. Знаете, есть другой взгляд, например, так называемого пантеизма, когда люди говорят, во всем Бог, вот все, что в этом мире, это судьба. Люди верят в судьбу, знаете это, да? Если что, там через плечо поплюют, гороскопы, вам на роду написано и так далее, и так далее. Я вам скажу, это все ерунда, потому что если судьба, тогда я ни за что не несу ответственности. Вы понимаете, да? Судьба. Ну, так вот мне было на роду написано, родиться маньяком там или родиться тем-то. Я ж не виноват. Я не виноват. Вы знаете, я смотрю сейчас вот по новостям, там в Швеции словили одного, да, деятеля. 70 человек там он убил. А? Ну, неважно. Дали ему 20 лет. На секундочку. Вообще довольный человек по фотографиям. Так смотришь на него. Серьезно, показали камеру такую, стеклопакеты стоят, у него чистая кровать такая, все. Вот так посмотришь и думаешь, ну вообще. А он не раскаивается, у него судьба такая, вы понимаете, он же как бы жертва этой судьбы. Он же, ну как бы, вот такая життя. Друзья, все это не так. Это не то, что Писание нам говорит о Божьей заботе. Это не то, что Писание говорит о Его попечении, о каждом из нас, о наших жизнях. Мы понимаем, что Бог управляет миром в целом, вообще, взагали, так сказать. И 102-й Псалом, 19-й стих написано следующее. «Господь на небесах поставил престол свой, и царство Его всем обладает». Он стоит превыше всего. И Его царство, оно всем обладает. То, что мы читали выше, что все творения, они принадлежат Ему. Бог управляет также конкретно физическим миром, животными, всеми творениями, которые есть. Бог направляет все процессы, участвуя в жизни конкретных людей, конкретного человека, конкретных, можно так сказать, видов даже, можно сказать, животных, да? Псалом 103, 14-18. «Ты произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщается древо Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На них гнездятся птицы, ели, живущие аисту, высокие горы, серном, каменные утесы, убежище зайцам и так далее, если вы посчитаете этот псалом. Во всем показано о том, что Бог, Он управляет процессом этого мира. Вообще, ну вот знаете, как бы во всем том, что происходит. А также Он управляет путем,
конкретных народов, конкретных наций. И мы много говорим о призвании еврейского народа. Но я вам хочу сказать, что есть Божий план для любого народа. Есть Божий план и Божье руководство для каждой нации. И та нация, которая противостоит Господу, мы знаем такие нации. Если вы почитаете, например, Тору, вы можете увидеть, что филистимляне, они очень много проблем приносили в жизнь Израиля, да? Пока в какой-то момент Бог не сказал очень просто: истреблю этот народ. Понимаете, да? И нету сейчас филистимлян. Нету, закончились, были, но все вышли. Потому что Бог изрек свое слово на конкретный народ. И если Бог изрекает свое слово, что я благословлю какой-то народ, это происходит. Если Он говорит: истреблю, и это происходит. Он на самом деле тот, кто руководит нациями. Его называют царь царей. То есть он главный над царями. Написано, что сердце царя, оно в руке Господа. Вы понимаете это, да? И он руководит этим. Он стоит за всеми процессами, которые известны нам как политика. Даже если мы понимаем, что это вот как-то вот не совсем то чистое и прекрасное, которое могло бы быть управляемо Богом. Тем не менее, мы должны понимать одну вещь. Во всей этой истории Бог по-прежнему оставляет свободу выбора для человека. Бог по-прежнему оставляет свободу выбора для каждого из нас. И Он не несет ответственности за тот выбор, который мы с вами делаем. Поэтому мы маємо те, що маємо. И не всегда оно нас радует. Мы понимаем, что если говорить о народах, это одно. Но вы знаете, что мы не властны даже над такими вещами, как рождение. Мы не можем просто, знаете, как бы некоторые говорят: да что там стоит ребенка родить? Послушайте, это не всегда так просто. И тому есть тысячи людей, которые годами пытаются иметь ребенка, но не получается. Вы знаете это, да? Процессы. За всем этим стоит Бог. Он знает жизнь человека. Он знает, какой она будет еще до того, как человек проживет эту жизнь. И есть тоже достаточно известный 138-й псалом с 13 стиха. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Не было, но оно уже было предусмотрено. Послушайте, перед Господом, перед лицом Его записаны дни вашей жизни. Вы не умрете раньше, вы не умрете позже, вы умрете ровно тогда, когда будет сказано Господом. Вы понимаете? Что бы там ни случалось, что бы там какие-то, знаете, есть там, есть сейчас вот насаждается определенная такая идея, знаете, ты можешь убежать от смерти. Послушайте, смерть – это всего лишь момент нашего перехода от жизни здесь на земле к жизни там с Господом. Это служанка, которая откроет нам дверь в вечность. Понимаете, да? Это не просто какой-то коварный, такой, знаете, самостоятельный ангел смерти с косой, который, знаете, ходит и приходит к тебе, и вот что хочет, то и творит. Вы понимаете, да? Нет, друзья, ваша жизнь, она прописана у Господа. Вы отойдете в вечность, когда Он вас позовет. Не раньше, но и не позже. Но знаете, в чем интересный момент? Вы не знаете, когда это произойдет. И это очень важно. Знаете, я вспомнил такую историю, когда в двери к мужику стук такой, он открывает, а там стоит такая смерть маленькая. Он говорит: ты кто? Она говорит: я смерть. Он говорит: что, уже за мной? Он говорит: нет, я за твоим хомячком. Понимаете, да? Друзья, жизнь человека в
руках Господа. Не может в вашей жизни произойти что-то, знаете, такое вот, когда Бог там отвернулся, например, и тут, ага, прибежали злые какие-то там бесы, сатана пришел, набедокурил, Бог поворачивается и говорит: о Боже, стоило мне тут отвлечься на момент, вы понимаете, да, а тут такое произошло. Не бывает такого, он не спит, он не дремлет, хранящий Израиля, он смотрит постоянно за вашей жизнью. Знаете, что это дает нам, осознание этих вещей? Мы можем расслабиться. Мы можем расслабиться, вы понимаете, да? И садясь в машину с каким-то Шумахером, вы пристегните ремень, но расслабьтесь. Понимаете, да? Потому что если не ваше время, то не ваше время. А если ваше время, извините меня, а как это вы будете против? Вы что сделаете? Там якорь поставите какой-то себе? Нет, я не умру. Многие пытаются, пока неизвестный случай. Вы понимаете, да? Пытаются молодиться, хорошиться, закатывать ботоксом себе губы и так далее, чтобы приблизить еще, сохранить эту молодость, чтобы ангел смерти не узнал тебя, знаете, так как бы. Не получится, друзья, не получится. Послушайте, ваша жизнь в руках Господа. И в вашей жизни произойдет только то, что будет записано в той книге. И это не судьба. Это не то, что, знаете, как бы вот четко он прописал для вас программу. Он знает, какая ваша жизнь будет. Но здесь есть некоторые моменты, друзья. И их важно понимать. Бог заботится, являет свою заботу над всеми вещами и событиями, которые кажутся для нас случайными или незначительными. Матфея, 10 глава, 29-32 стих. Написано следующее. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным». Не бойтесь. Не упадет ни одна птица без ведома Отца, и с вами ничего не произойдет без ведома Отца. А теперь давайте просто включим простую логику. Если он отец, то хороший отец будет о своих детях заботиться, да? Но он же чем хороший еще? Он дает нам свободу выбора. Вы понимаете, да? И хороший отец иногда позволяет своим детям осознанно делать какие-то ошибки. Понимаете это, да? Как научить ребенка, например, о том, что не стоит там, например, приближаться к огню? Нужно его предупредить, да, что это может плохо тебе закончиться. Не надо это делать, та-та-та, тра-та-та. Но ты видишь, что он настойчив. И ты понимаешь, что независимо от того, будешь ты с ним рядом или не будешь, он полезет это, ты знаешь это. Поэтому ты говоришь: ну хорошо, давай, готовишь мазь-спасатель, да, и смотришь. И урок закончен очень быстро. Человек понял, не надо. Понимаете, да? Пластырем перемотали, все хорошо. Теперь хочешь попробовать, что такое огонь? Нет. И ты берешь его руку, а он говорит: нет, спасибо, попробовал. И в следующий раз, когда ты говоришь: не лезь к резетке, он говорит: а почему? А ты говоришь: а будет как с огнем. Понял. А если не понял, то попробовал. Вы понимаете, да? Можно купить на староконке какой-то конденсатор небольшой, зарядить, и вопрос закончится очень быстро. Или, ну, это из такого, знаете, сундучок для родителей, так сказать. Или, или купите крону ему, например, да, и попробуйте, разряжена или не заряжена на язык. Ну, просто, но со вкусом, как говорится. Друзья, Бог заботится о нашей жизни, но Он позволяет нам делать ошибки для того, чтобы мы учились каким-то вещам. И если мы упорствуем в этих ошибках, если мы говорим: а я еще раз хочу, а я не понял,
и я не понял, и так далее, и так далее, и так далее. Вы поверьте, он терпеливый отец и мудрый. Он знает, как долго нам позволять этому происходить, но он позволяет этому происходить. Тем не менее, ни одна птица, она не падает без ведома Господа. Самая мелкая, самая такая, знаете, на которую внимание не обратит. Он говорит здесь, что волосы у вас даже посчитаны. То, на что мы не обращаем внимания. Бог знает, сколько волос выпадает у вас каждый день. Не знаю, зачем ему, но он в курсе. Вы понимаете, да? Настолько внимательна и глубока его забота о нас. И Римлянам 8 глава 28 стих говорит следующее. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Помните, мы говорили о призвании, да? Любящий человек Бога. Бог позвал его, он пришел по его изволению. И то, что происходит в его жизни, оно способствует ему ко благу. Ко благу, друзья, любящий Бога. Ключевой момент, друзья. Они любящие Бога, они приходящие к Богу. Он сталкивается с последствиями своего выбора. И не все способствует ему ко благу. Понимаете разницу? Но любящему человеку, который приходит к Богу, это бремя, оно перестает быть бременем. Оно способствует ему ко благу. Оно уже не просто душит человека, оно позволяет привести эту ношу, принести этот багаж и избавиться от нее. Итак, понимая эти вещи, мы можем обращаться к Богу самыми различными нуждами, не боясь, что у него не хватит силы или времени для нас. И это хорошая новость, осознать, что есть тот, кто способен выслушать тебя в любой момент и явить свою силу. Поэтому призыв, который делал Иешуа, настолько важен. Но для того, чтобы пришло это облегчение, необходимо прийти к Богу с верой и научиться у Него определенным качествам кротости и смирению. Это путь к миру в сердце. Если вы в своей жизни устали от вот этого состояния беспокойства, состояния бремени, каким бы оно ни называлось, плохой работой, плохими соседями, плохими жизненными обстоятельствами, друзья, придите к Нему. Я обращаюсь сейчас к верующим людям, к рожденным свыше, к теми, кто знают Господа уже достаточно давно. С верой помолитесь и отдайте Ему это бремя. Пускай Он вас научит носить бремена. Пускай Он оденет на вас этот хомут, который не является признаком рабства, но наоборот, инструментом, который помогает вам переносить скорби, тяжести этой жизни. Пускай Он поможет вам нести Его бремя, потому что Он говорит, оно легкое. Придет покой в ваше сердце. Помолитесь с верой об этом. Но также я бы хотел обратиться к тем, кто понимает, что в его жизни есть бремя намного тяжелее. Бремя греха, бремя отсутствия отношений с Богом, бремя запутанной жизни, развалин, того, что уже полностью разрушает вас. Я предлагаю вам оставить это. Оставить вот это внутреннюю тяжесть, внутреннее это бремя и примириться с Господом. Для этого необходимо также прийти к Нему с верой и помолиться простой молитвой покаяния, молитвой, которая была бы от вашего сердца к Его сердцу. Давайте мы сейчас встанем все вместе с вами на ноги. И я бы хотел помолиться этой молитвой покаяния, для того, чтобы вы, находясь в зале, могли бы повторить ее за мной. Если вы хотите примириться с Господом, если вы осознаете нужду в Господе, это молитва для вас. Просто повторяйте ее за мной. Дорогой Отец Небесный, я прихожу к Тебе во имя Сына Твоего, Иешуа Мессии. И я прошу о том, чтобы Ты снял с меня всякое бремя и всякий запинающий грех. Все то, что мешает мне
приблизиться к Тебе и служить Тебе. Я не знаю Тебя, но я хотел бы узнать. Я хотел бы примириться с Тобой и следовать за Тобой. Прости, пожалуйста, все те грехи, которыми я согрешил пред Тобою в течение всей своей жизни. Приведи меня к себе, очисти меня и сделай меня Твоим сыном или дочерью. Я благодарю Тебя за эту возможность и за это принятие во имя Ишуа Мессии, во имя Иисуса Христа. Аминь. А также для тех, кто верующий уже, давайте мы также вместе с вами помолимся. Святой Боже, мы благодарны Тебе, что наша жизнь, она во всем открыта пред Тобою. И Ты знаешь путь нас. Ты знаешь то, как все устроено в нашей жизни. Знаешь наши сомнения, нашу веру, наши страхи, Господь, и нашу неуверенность. Спасибо Тебе, Боже, что Ты готов разделить с нами эту тяжесть, что Ты ведешь нас к свободе, к тому, чтобы мы оставляли всякое внутреннее бремя. Боже, бремя хождений, бремя, Боже, поиска, бремя, Боже, какого-то духовного застоя, Боже, сухости. Спасибо Тебе, Боже, что Ты призываешь нас в жизнь, призываешь нас к живым, глубоким, близким взаимоотношениям с Тобой, наполняя нас Твоей любовью, наполняя нас Твоей силой. Боже, я молюсь о том, чтобы Ты высвободил Твою благодать для жизни каждого человека, о том, чтобы Ты ободрил, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил, о том, чтобы Ты, Боже, оживил все то, что устало, Господь, все то, что хромает, Господь, всех тех, кто, Господь, нуждается в Тебе. Да будет явлена Твоя благодать, да будет явлена Твоя защита, Твой покров и Твоя милость. Мы благословляем Тебя, Боже, за обновление. Мы благодарим Тебя, Боже, за радость Твою, которую Ты изливаешь из каждого из нас. Спасибо Тебе, Святой Господь, во имя Ишуа Мессии. Аминь.